Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поговорить о шести признаках конца света. И Иисус, открыв пятую печать, Он показывает ее признаки. Пятая печать – это печать мучеников за веру в Христа. И как говорит статистика, что в более 145 странах мира идет притеснение и гонение на последователей Иисуса Христа. Но Бог не оставит это безнаказанным. И Его ответом это будет открытие шестой печати. А шестая печать – это мегаколлапс, при котором горы и острова сдвинутся с места. И спасутся только дети Божьи, которые знают истину. И хорошим примером является Израиль. Когда Израиль, он отверг Иисуса Христа и распял его, то Бог еще давал время для покаяния, для исправления. Но когда они начали гнать последователей Иисуса Христа, то Бог излил на них свой гнев. И Израиль был разрушен. И сейчас Бог еще дает время для покаяния, для исправления, для того, чтобы стать ребенком Божьим и наследовать Царство Божие. И что же говорит Иисус о шести признаках конца света? Первый признак – это умножение лжеучителей. Второе – это войны. Третье – это глады и моры. Четвертое – это кризис и эпидемии. И пятое – это гонение на христиан. И шестое – это мегаколлапс. И мы свидетели всех этих событий, поэтому нам нужно задуматься и поменять свою жизнь и стать последователями Иисуса Христа, стать детьми Божьими, ведь только дети Божьи, они наследуют вечную жизнь. Аминь.